строгого завета, о священнике по имени Захария и его жене Елизавете. Скуден был их путь в юдоле тесно, в утешении чад Господь не дал. Ангел вестником небесным пред первосвященником предстал. Молвил он: Захария, не бойся, ибо слышит Бог твои молитвы. Сына даст, которого ты просишь, будет он пред Господом великим. Духом Божьим исполнится с рождения, плоть смирит суровым воздержанием. Станет провозвестником крещения, призовет народы к покаянию. Не поверил ангелу Захария, тягостным сомнением исполнен. Как же может это быть, ведь старая и жена уже в летах преклонных. В тот же миг архангел вразумил его, немотою поразив за дерзость, обещая лишь с рождением сына разрешить уста ему отверзнуть. И в зените солнечного лета по архангельскому обетованию сына родила Елизавета, нарекли младенца Иоанном. Вновь уста Захарии отверзлись, всей душой благословил он Бога, обретя пророческую смелость, духа вдруг исполнившись святого. Путь прозрел он, что Господь предвечный первенцу его предуготовил. Станет он пророком и предтечей, и святым.